Всем привет, ребят! Мы на аккаунте моего подписчика Никиты с ником Злой, двумя смайликами. Находится он в гильдии борцы. Помним эту гильдию. Борцы WhatsApp. На экране ждем веселых незадротов. 74-75, кидайте заявочки, вступайте. Незадроты, первые места битвы гильдии, атака фортов. Вот так вот. Аккаунт у нас бездонатный. Доната на нем как... говорит нет, да, это именно так. Поехали посмотрим, что у него тут есть, чего у него нет. Последних героев нет, отлично. Асурика нет, ПБшки, командоры, стрелка, Анубиса, Ууда, тут есть что выбивать. Но сегодня, кстати, герои не очень падают, но падают неплохо недостающие. Так, поехали посмотрим, что у него делается. Волтари, атака, ара, отлично. Неплохо, неплохо. Утекаха такое себе на него. Финка, ну ему походу на утекание везет. Райка БВшка. Плюс-минус для бездонатного аккаунта, я скажу, очень даже неплохо. Утекание. Так, отлично. С этим мы разобрались. У нас коллекционер, и нам надо собрать. Собрать надо дофига всего. Не знаю, получится, не получится. Самое главное — выбить недостающих героев. И... ну где ты? Вот так вот. Просто я сказал, ну где ты? И... по-моему, у него нету Анубиса, если я не ошибаюсь. А может и есть, а может и нет. Ну, я тебя поздравляю с этим героем. Обалденный герой, конечно, сегодня. Анубисы, кстати, в последнее время что-то так нехти падают. Фреи падали, тоже перестали падать. Ну, это огонь. Это совсем другое дело. Просто изи. Поехали дальше. Так, призрачный всадник, Сноузила. Блин, ну где топовые легенды? Анубис — это, конечно, классно все. Но я не только Анубиса хочу выбить. Хотя, в принципе, Анубис за 40к, я думаю. Так, призрачный всадник, второй. Смерть. Ну, ребята, это просто читы. Фрея... она ему, конечно же, не нужна. Это бездонатный аккаунт. Но хоть здесь падают, блин, офигенные герои. Анубис был недостающий. Фрея у него уже есть. Но еще одна, если он захочет ее прокачать. В принципе, у него скинов нету. Но зато, блин, почему нет? Почему не качнуть еще одну вторую Фрею? Огонь просто. Поехали в рейды. Нам надо немножко другие герои. То что-то нас понесло не туда. Ну, теперь у него проблем с подземками однозначно не будет. Еще бы ведьмочку затащить. Для исцеления вообще было бы супер. Шарик. Злой против шарика. Так, окей. Let's go. Опа. Палач, палач. Опа. Ну что, это, наверное, самый лучший роллинг за сегодняшний вечер. Просто вот так вот. Опа, и полная жопа, ребят. Повелитель бури, Махатма. Ну, что еще хотеть? Вот я не знаю, что еще можно там выбить ему. Что у него там осталось? Стрелка надо, Седну, Командору, Асуру,
капитаны. Ну, есть кого выбивать, но, блин, за 20к такие героев. Нет слов, просто нет слов. Вот это называется топовый роллинг. Сейчас бы еще кого-то выбить. Так, укротитель. Капитан Дрейк. Инди. Ну. Теперь рандомчик нас начинает троллить. Ладно, идем. Так, не хватает войск. Просто жесть. Пофиг на эти слизни, честно скажу, пофиг. Самое главное, блин, такие герои падают. Это просто жесть. Что там, слили нас уже? Быстро, 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 Insane Monk. Да, теперь он действительно злой будет. Рандомчик, давай, 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 пожалуйста, еще одну... Одну недостающую легенду. Медуза скин есть. Блин, поздравляю. Еще бы ведьму сюда. Триант. Так, ну что, давайте по 150. Палач. Панда. Панда. Эктоплазм. Ну, блин, куда без паладина? И заклинательница. Вот так вот, прям в точечку. Ну, заклинательница, по-моему, у него есть. Да, заклинательница у него есть. Это все фигня. Поехали открывать. Мохнатка. Раз. Просто, блин, бешено она сегодня падает. ПБшка наконец-то здесь упал. Два. Фрея есть, но она нам упала. Анубис 3. Вот это, блин, четко. Четкие герои нам упали. Так, отлично. Ну, вроде всех открыл, кого должен был. Стрелок, командор Седна. Кенди, не помню, есть, нету, если что, откроет. Блин, отлично. Просто отлично. Да, вот это бездонатные аккаунты. Что-то начало поперло реально, блин. Так, посмотрим, что тут у нас. СУшка. Ну, понятно все. Что у него по ресурсам. Ну, кому-то на прокачку, в принципе, хватит. А, у него есть, давайте вот так вот сделаем. Опа, опа, ну блин, да, это отлично просто, это просто мега, мега удача, ребят, утикаха для бабули, оп, так, собрать, ну хоть этого выбили, тут вообще, а, не, собрали, еще одна коробка, отлично, брать с выгодой, забрать, забрать. Забрать, забрать. Блин, за 40к такие герои вытащить, это, конечно. Это просто жесть. Так, ну давайте еще одну коробочку откроем. Блин, ну давай. Рандомчик, ну удиви. Давай, бег. Почему нет? А почему бы и нет? Так, ну Огненку он сам пристроит. Посмотрит, захочет Рину поставить. Захочет Ворожею можно поставить. Я Ворожею поставил. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот крутой, я считаю, роллинг. Даже очень крутой. Такие вот, блин, топовые герои за 40к. Блин, ну, такое редко увидишь. Честно говоря, сам удивлен, что вот именно на этом аккаунте упало. Видимо, надо создавать такие ники слой, там, не знаю, какой-то бешеный. Но насыпало, конечно, с
тебя, короче, подписки, лайки пожизненно. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, ставьте лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.